Те, що зворотній бік шоу-бізнесу не такий барвистий, як більшість собі уявляє, не треба нагадувати ось цій занепокоєній красуні. З 15 років, коли подруги насолоджувалися безтурботністю і бігали на побачення, Іра намагалася пробитися на велику сцену. Скільки себе пам'ятаю, завжди пою. И этим и зарабатывала, и этим всегда жила. Я 4 года проработала у Натальи Могилевской на бэк-вокале. Я увидела, что это за жизнь. Я увидела, какая она, насколько она и тяжелая. Получилось так, что днем работаю, ночью работаю, утром работаю. И настолько я заработалась, что в какой-то период я очень сильно заболела псориазом, и он у меня начал развиваться на лице. 4 месяца не выходила из дому. Пережила серьезный стресс. Отямившись, Іра зрозуміла, вона готова знову не шкодувати себе, але цього разу заради особливої сцени. Здесь все совсем по-другому. Когда тебя видит вся страна, это ответственность. Очень мечтаю, что у меня все получится. Добро пожаловать! Привет, привет! Здравствуйте! Хочу на сцену и получить правдивые «да» или «нет», это уже решать судьям. Но ты настроена получить три «да»? Да. Даже смотри, 4. Тоже, я тебе даже сейчас... на 4. Вот. Потому что если ты не настроена, так вот я не думаю даже, что тебе нужно идти на сцену. Надо же бороться. Угу. Буду. Хорошо? Постараюсь. Прошу тебя. Здравствуйте, меня зовут Ирина, мне 26 лет, я из города Краматорска Донецкой области. Здравствуйте, тезка. Подготовились? Да. Хотите на X-Factor? Очень. 4-й сезон? Очень хочу. Это очень серьезно. Очень хочу. Тогда у вас есть сейчас несколько минут для того, чтобы показать все, что вы можете. Буду стараться. Что вы будете петь? Beatles, Oh Darling. Прекрасный выбор. Интересная подача, яркая, сильная, динамичная, экспансивная, я бы даже сказал. Вот то, что я прошу часто от молодых людей, и у них этого не получается. Я бы с удовольствием вас еще послушал на другом материале. Хочу, чтобы вы это сделали в тренировочном лагере. Я говорю вам «да». Спасибо.
Я надеюсь, что мы увидимся в тренировочном лагере. Еще я вас послушаю не один раз, не два и не десять. Мне очень понравилось. У меня да. Спасибо большое. На цьому гарні новини закінчилися, да, Серега? Ні, то почему? Просто є інші мнення у нас вже. Все професіонально, все вишкалено, фантастична техніка. Все замечательно, кроме одного. Не цепляет. Не зацепил. А это очень важно для меня. Я говорю нет. Хорошо. Ир. Ну, Кондратюк, на тебе вся надія. Ира. Не, не так. Три так. Да. Спасибо большое. Что ты сказал, не так? Ты сказал, не так, а три так. Молодец, молодец, умничка. Ты меня не подвела. Старалась. Как ты старалась? Хорошо постаралась, молодец. О, аж вот тут все. Ду-ду-ду-ду-ду. От счастья. От счастья? Угу. Я так рада, что у тебя получилось, умничка. Спасибо большое. Молодец. Ну, теперь до встречи в лагере. Да. Спасибо тебе огромное. Спасибо. До свидания. У меня такое переполнение эмоций. Я еще хочу. Вот в чем дело. Я еще опять хочу туда вернуться.